Рязанские наркополицейские крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся в регионе, с изготовлением и распространением синтетических наркотиков. Да и молодежь вдруг решила, что продавать отраву своим товарищам куда выгоднее, нежели зарабатывать на жизнь честным путем. Совсем молодые ребята, от 24 до 26 лет, стали фигурантами дела, которые недавно раскрыли сотрудники госнаркоконтроля. Был задержан люди, которые привозили сюда наркотик из Московской области, также занимавшиеся здесь разведением этого наркотика несколько раз, и людей, которые занимались розничным сбытом данного наркотика на территории Рязани, Рязанской области. Один из каналов, который входил в рабочий поселок Шилово. Ежемесячно наркоторговцы сбывали примерно по 2 килограмма синтетической отравы. Базировался их импровизированный наркопритон в ремонтирующемся коттедже на окраине Дашковой песочни. В один день были задержаны все активные участники данного преступного формирования и было изъято более 600 грамм наркотических средств. Вообще, по данным, по самым скромным подсчетам наших сотрудников, в месяц эта группа реализовывала 2 и более килограмм данного наркотика. На сегодняшний день трое участников группировки находятся под стражей. Двое сидят под домашним арестом. Совсем молодые, а уже ждут приговора суда. Как было сказано в известном кинофильме, не враг дал, сам себе ковал.